Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Left to Survive. Ну что же, я построил себе базу, как я вам и обещал. Очень много времени у меня ушло, 13 уровень. И при всем при этом я себе развил... Так, секунду, не это оружие мне нужно. Да-да, вот эту винтовку, ребят, я ее купил и раскачал. Поэтому мне доступен этот уровень, который называется «Умирать запрещается». В такой больнице проще заразиться, чем получить лечение. Ну что же, давайте смотреть, что это за уровень такой и что нас там ожидает. Поехали. Рик Салливан, значит. Образцы вирусов с Пандоры в безопасности. Мои помощники ими займутся. С Ритой вы еще не знакомы? Она мой связной на юге, и у нее для вас есть задание. Ваши заслуги говорят сами за себя. У нас одна цель. Республиканцы должны поплатиться за то, что совершили. Слушай, Рита, здесь я с тобой согласен. Все так говорят, а потом отправляют нас умирать. Мы узнали, что Мартин Вейлан устроил лабораторию в здании больницы. Мартин был создателем зомби-вирусов. Узнайте, что он задумал. Даже так я должен... Узнать, что он задумал. Так, тихо-тихо. Фу, я же думал, это зомби. Так. Тихо-тихо. Упс. Отлично, ребят. Да ё-моё, погоди. Этих ребят нужно спасать. Иначе мы сфейлимся. Слушайте, ну, вроде бы неплохая ружбайка, но двухстволочка, точнее двухзарядочка, как-то меня не особо это устраивает. Хотя довольно мощная. Это уж точно. Так, зомби, валите нафиг. Отвалите от моих корешей, а? Достали уже в самом деле. Но я думаю, что это еще не конец. Так, приближай. Левиафан, ну нет, только не левик. Только не левиафан, ребята. С этой пукалкой я его навряд ли смогу победить. Ой, еще и бегуны. Ну как же без бегунов-то? Тихо. Иди отсюда. Мама родная меня зажимает здесь. И левик подходит, и левик подходит. Надо как-то его сносить, пока не поздно, ребята. Так, он по ногам ему бомбим. Вот так. Тихо. Черт, он прикрывается. Сейчас кому-то будет больно. Сейчас кому-то будет больно, ребята. Ох, успел я. Так, тихо. Отвяньте от моих корешей. Еще один левиафан, я его не заметил. Я его не заметил, ребятули. Он идет. Да получи ты, засранец. Ух, успел я его нахлобучить. Ух, аж прям сердце замерло. Так, секунду, что дальше? Куда? Куда без меня? Это еще что за говно тут падает? С крыш откуда-то. Отлично, ребятушки, справился я все-таки. Блин, два левика. Больница заброшенная. Ничего, кроме мертвых. Но эксперименты Вейлана всегда ведут к одному и тому же. Смерти и разрушения. Пока ищешь Вейлана, припаси для нас лекарства. Так, мы получили, ух, неплохо денег дали нам. Неплохо нам дали материалов, ну и два помидора. Отлично. Так, интересно, нас пустят с вами на следующий уровень, или мне опять придется что-то покупать, что-то раскачивать для того, чтобы пойти. И, скорее всего, да, ребят, скорее всего, нам придется что-то здесь улучшать. Так, забираем еще 800 долларов. Ага, и давай посмотрим, что нам здесь нужно. У нас не хватает мощей. Требуется 879. А ну-ка, давайте-ка зайдем в магазин и посмотрим. Я могу приобрести вот такую вот винтовку. Ребят, ну не хватает у меня денег. Буквально совсем немножечко, да? Так, стоит она 13,5, а у меня всего 8,5. Хм, а что нужно для этой винтовки? Так, голда, понятно. А здесь нужны части. Ну что же, я предлагаю заработать. Грубо говоря, нам нужно с вами 4500. Ну, 5000 нужно заработать. 5000 голды. Так, давайте посмотрим, сколько нам дают за эти задания. Ой-ой-ой-ой, как же долго мне придется. Но мы можем с вами потестить вот эти вот винтовки. Поэтому давайте поиграем пока здесь. Поехали, все равно бесплатно. Заодно получим здесь и баксы, и опыта маленько. И заодно посмотрим, что это за винтовки такие. Так, убейте всех врагов. Ну, это понятно.
А что такая херовенькая штука? Оу, тихо, погоди-ка, там еще сверху плевун. Да, точно. Минус. Так, твари, пошли прочь. Пошли, сказал, прочь. Так, хорош там харкаться. Так, приближается левик. Вот его-то мне здесь и не хватало, как раз левиафана-то. Где он? Я не вижу его, ребят. Ууу, тихо, 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 отойди. Да ну, хорош. С удара, ребят, представляете, с удара меня свалил. Так, ну, продолжить. Давай продолжим. Нифига они тут, конечно, замутили. Всех нахрапом на меня выслали. И я должен отбиваться еще как-то, выживать. Ладно, я, ребят, все равно переиграю этот уровень. Все равно бесплатно. Так что надо стараться. Так, самое хреновое, ребята, здесь это то, что я не вижу в этом вот дыму, что происходит. Так, хорош плеваться, чепушила. Так, аптечка. Ладно, пока не будем использовать. Приближается метатель. Это я в курсе. Минус. Так, иди отсюда, хламонка. А вот теперь приближается левиафан. Взорвалась. Да как тут? Ребят, ну... Вы меня, конечно, извините, но как я здесь должен выиграть, твою медь? Приближается левиафан. И чё вы мне дали, блин, винтовки испробовать для того, чтобы я понял, что это полная херня, а не винтовки? Ну, вам удалось. Давай вот это вот попробуем задание. Вот это вот. Потому что, ну, это вообще жесть какая-то. Там валят, конечно. Я даже аптечку зазря, получается, потратил. Угу. Ага, спасите выживших. Давай. А где выжившие? Пока я что-то никого не вижу. А, вот, я в него стреляю, блин. Так, тихо, бегуны. Вот бегуны здесь как раз... Черт подери! Иди вон, как говорится. Погоди, я не могу, ребята... А, вот, все получается, все отлично. Так, давай, тащи свой груз. Я пока не вижу никого, вижу. Пошел нафиг. Кто-то бежит, где-то кто-то бежит, я же слышу. Так, куда гонитесь-то, эй? Так, минус. Минус. Ну ты-то что тут забыл? Так, ага, отлично, получается все хорошо пока. Надо сносить. Иди отсюда. Пошла вон, я сказал. Так, ты-то что тут притулилась? Блин, это ж надо так мазать. Так, беги, беги. Ты еще, что ли, там коробку? А, последняя, да, у тебя коробочка. А вот бегуны нам здесь не нужны, ребята. Так, подожди, подожди. Отлично. Давай, бери коробку, тащи быстрее. А я пока вот этих вот дурех поубиваю здесь. Иди отсюда. Слушай, ну винтовка слабовата. Не может зомбаря убить даже сразу с первого выстрела. Бегуна, конечно, на удар хватает, на выстрел. А вот с этими проблема. Так, что еще? Опять бегунья. Нормуль. Ногу, как говорится, стрелил. Ну что ты там вылазишь? Куда ты лезешь? Ага, это бегун. Минус башка. Отлично. Так, пошла прочь. Не подходить к моему корешу. Фух, прошли. Ну, скажу так, что эта миссия еще по-божески. А вот как с левиками драться, я, ребят, пока ума не приложу. Уж больно быстро кончаются у него заряды. Ну, надо пытаться как-то. Что? Нет, мне не нужно. Не нужно это оружие. Отмена. Да, хорошо. Так, ну что же, надо пытаться. Пытаться, ребята, поехали. Попробуем еще разок. Слушай, а может быть мне здесь, знаете, что надо сделать? Может быть мне надо вот этих вот толстяков убивать, а они своим взрывом будут левиков уничтожать, а? Как вы думаете? Как вариант. Давай, 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 взрывайся, взрывайся там. Метатель. Есть, минус метатель. Так, в кузов, в кузов, в кузов, в кузов. Готов. Так, где? Я вот не вижу, ребята, вот вообще, где он там идет? Черт, я его увижу.
Да куда тут нафиг? Ну нет, ребят, тут бесполезняк какой-то. Слушай, а может быть действительно нам нужно при приближении мачету использовать, а? Давайте-ка я попробую мачету, ребят. Как только их будет целая куча рядом, я лупану мачетой. Так, ну здесь вначале все легко и просто. Даже надо мне метателя подорвать вначале. Все, минус. Этих тоже уничтожаем. Давай, перезаряжайся ты быстрее. Хорош. Так, толстый минус. Пошла отсюда. Так, метатель. Все, метатель тоже минус. Ну что, будем пытаться, ребята, с помощью мачете, запомните. Да какая там, блин, мачете в жопу. Не помогла, ребята, ни мачете, ничего. Но я все равно еще буду пробовать. Ну что же, я купил себе винтовку, и пора нам с вами отправляться на сюжетную миссию. Антибиотик, защитите Конора от зомби, пока он носит ящики. Ну, с такими заданиями мы уже с вами встречались, так что нам не впервой. А миссию с левиафанами я так и не прошел. Невозможно, ребят, не знаю, в чем загвоздка, но у меня ничего не вышло. Ладно, будем надеяться, что здесь удача нам улыбнется больше. Так... Они сбежали в спешке, не успели собрать вещи. Так, доставьте груз. Ага, ясно. Слушайте, кстати, ребята, это та же самая миссия, где мы снайперку с вами тестили, так ведь? По-моему, да. А, тут у нас прыгун. Ну, прыгунов там не было. Так, тихо, тихо, он куда? Ко мне или... Куда он вообще собирается прыгать? Неважно. Слушайте, ребята, какая все-таки отдача у этого автомата? Прицел гуляет просто как бешеный. Очень тяжело сфокусироваться. Так, давай, Конор, быстрее, быстрее свои ящики тащи. О, бегуны бегут. Так, хорошо. А куда он их тащит, эти ящики? К машине якобы, да? Ладно, нам пофиг, куда он их тащит. Главное его защитить. Лежать, я сказал. Опять бегуны. Минус. Так, отлично. Пока все хорошо, под контролем. Вау-вау-вау. Родной, ты не припухли, а? Прыгать-то со второго этажа. Ха. Офигеть, вот это зомби, да? Ну, действительно, зомби. Пофиг, ноги сломал, по барабану. Встает, ползет. Кряхтит, тихо. Что это за дела такие, я не понял. Так, ты куда? Эй, Конор. А, вон там, где ящик. Я уже думал, он побежал куда-то. Так, мы меняем, по ходу дела, угол обстрела, да? Не к добру, не к добру все это. Вот что я вам скажу. Ага. Коридорчик нам открывается. Конор, блин, ты елки-палки, ты туда будешь бегать за ящиками, что ли? Ладно, я тебя прикрою, родной. Можешь не бояться, все под контролем. Слушай, да они медленно идут, я их сейчас всех почикаю. Конор, 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 аккуратнее, аккуратнее, родной. Бери ящик и сваливай оттуда. Ай, все-таки задел его. Чмошник этот. Бегуны побежали. Так, давай-ка. Блин, прицельным огнем. Как всегда у нас перезарядка. И как всегда вовремя. Так, еще один, по-моему, там стоит. Вижу, вижу я его. Фух, ну что я могу сказать. Неплохо. Неплохо. На этих коробках логотипы НИР. Вейлан здесь работал с Республикой. И это плохая новость. Но зато мы получили с вами... Деньжат.
Так это таблетки республики лечат и сразу превращают в зомби? Люблю такое. Но главное, что у нас победа, и мы двигаемся дальше. Хотя, знаете, что я думаю? Сейчас наверняка нам скажут: парень, для прохождения следующей миссии тебе нужно оружие более мощное, да? Ну, как всегда. Давай хотя бы посмотрим, что нам здесь. Ой-ой-ой, что-то не то, по-моему, да? Эту винтовку улучшать, да мы запаримся. Погоди-ка, у нас эта винтовка... Слушай-ка, по-моему, не то немножко мы с вами смотрим. Ага, вот что. Нам нужно ружбайку свою улучшать. А для того, чтобы улучшать, нам нужно... Да, ребята. Требуется городской центр уровня 14. Это ж охренеть можно. Это буквально, наверное, еще на месяц, на два я зависну. Ну, я играю в нее не каждый день. Но копить, как говорится, нефть мне придется очень долго. 13 уровень у нас в данный момент. Это нам требуется танкер 11 уровня. А для того, чтобы получить танкер, нам нужно с вами сколько? 14200 горючки. А у нас всего 9100. Ладно, ребята, как только я все это сделаю, раскачаю, мы обязательно с вами встретимся и продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.